Паучок, скакунчик в Бишкеке на улице Репина Ильи Ефимовича. Нарезки дерганы. Но, к сожалению, не слишком резкий на изображение. Надо его заставить что-то делать. Делай что-нибудь. Количество движения заменит качество изображения. Но в каком-то виде вы видите его черты. Очень хорошо замаскирован. Я не знаю, искал ли он этот столб цементный или нет. Или как-то иначе оказался тут. Но он на своем месте, это факт. Такие пауки у нас в Бишкеке живут. О, наконец-то получилось. Он еще и зашевелился. Do something. Do защит. Филицерами зашевелил.